И сейчас, как видим, ролик у нас заработал. То есть ограничение, которое присутствовало ранее, его уже нету. Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу, как можно избавиться вот от такого ограничения, которое вы сейчас видите на экране. Здесь пишется, что правообладатель ограничил доступ к данному видеоконтенту для нашего региона. То есть правообладатель не дает нам доступ к просмотру этого видео, так как мы находимся не в том регионе, для которого он был создан. Такие ограничения присутствуют не только на Рутубе, а также и на обычном Ютубе, где автор не хочет, чтобы определенный регион не видел этого видео. Итак, сейчас я вам расскажу, как можно обойти это ограничение. Для этого вам необходимо будет просто в Google Chrome перейти по ссылке, которую вы видите в описании под видео, и скачать вот такое расширение, называется VPN Holo. Мы нажимаем установить расширение и ждем, пока расширение у нас установится. Итак, наше расширение уже установлено. Переходим на наш сайт, который ограничивает нам доступ к просмотру видео. Теперь нажимаем на это расширение и выбираем регион, то бишь страну, для которой этот контент создан. Ну, я живу в Украине, поэтому для меня этот контент ограничен. Здесь я выбираю Россия и ожидаем загрузки. Вот у нас показало, что мы в России. Теперь заходим на тот же самый ролик и пытаемся его просмотреть. Пошла у нас реклама. Вот реклама у нас закончилась, и сейчас, как видим, ролик у нас заработал. То есть ограничение, которое присутствовало ранее, его уже нету. Сейчас сайт видит, что мы русский пользователь и можем свободно просматривать различные ролики. Всем спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете вот эту кнопочку и оставляя здесь галочку, вы теперь будете в курсе всех моих новых видео. Все, всем пока!